Всем привет! На канале Пархока Лягушек. Это, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, поставь лайк и комментарий. Все знают, что такое... Ну, лазные коты, что? Хаппи, либо Абуз и... И как говорится... 3D фигурка Шайлу-Шая. Распаковка. Давайте мы сейчас ее откроем. Упаковка очень упакована. О, скотч. Опять это скотч. Блин. Ладно. Надо пока еще отрывать этот скотч. Оп. Блин, я не знаю ножницы. Так. Блин. Да блин. Что за прикол? Юбки скотч. Ее невозможно отогать. Ладно, сейчас вы... Надо ножицы. Блин. Опа. Сейчас попробую. Я не получается. О! Сразу вокруг руками. Ух ты! Слушай. Пока этот нормальный Шайлу-Шай. Такой. И классненький. А, опа. О, Шайлу-Шай. Это картонка! Ребята, это не 3D фигурка, это картонка обычно есть. Так же, поставка. Что оно красивое? Красивый Шайлу-Шай. Поставим его. Это... Вот этот Шайлу-Шай. С улыбкой. Сапочка. Это не 3D фигурка. Это просто сделана картонка 3D. Сделана 3D. Пленка не снимается. Просто это 3D. О! Ручки. Короче, вот такой Шайлу-Шай. Опа, я... Хвостики шло. Виноград. Глазки. Вот такой хорошенький. Он деревянный, если я... Я думаю, что это 3D фигурка, а это, кажется, просто деревянный. Ну все, всем пока, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, и колокольчик, комментарий пиши, понравилось Шайлу-Шай и нет. Я думаю, что да, он очень крутой, но это же просто мем. А Банана Маркет не мем. В прошлый раз мы снимали... Фигурки просто кипятитует. Вот. Опа. Настоящий музей. Всем пока. Все, пока.